добрый день. Мы покажем вам открытый урок в 5 классе детской музыкальной школы. Так. Зубки, да? Раздвинули. Ротик прикрыли. Мягкий ротик очень. Закрыли. Идем плавно.
сначала поем все вместе партию альтовую, да, потом вторую сопрано, потом первую. Все понятно, задание сейчас, да? Да, до мазочек мы можем. Маленький, на секунду, что-то он... Угу. Пожалуйста, канон из-за леса, из-за гор. Сейчас мы с вами его споем вместе, да, в один голос. Хорошее, качественное произнесение слов, да, и обязательно держим звук на нужную высоте. Не, он у нас не пойдет. Из-за леса, из-за горы, да, и еще легато. Из-за леса, из-за гор, едет душка и гор, из-за леса, из-за гор,
спокойный, да, очень красивый, колыбельный детство, да? Колыбельное детство. Так, хотелось бы послушать альтов. Давайте сопрано сейчас споют вместе с альтами первую часть, да, двуголосие, где вы все вместе, да, сначала двигаете, а потом, где вступает альты, вы просто... Внимательно, внимательно.
Так, немножко, да,
поменяться на два. А потом мы вместе делали, вместе одинаково сжатись, да? Вместе. А то у нас у одного так руки, у другого вся. Еще разочек, пожалуйста, прямо отсюда же. Мы устали, да? Али, али, да? Рот хорошо работает, пожалуйста.
поняли, мы поем здесь дыхание не берем, да? Все понятно, да? Давайте. Спасибо. Спасибо.